8 марта Курский государственный цирк представил публике новую программу под названием «Потерянные во времени». Это своеобразный сборник лучших номеров артистов, выступавших на цирковой арене нашего города. Артисты приезжают из разных регионов, из разных отдаленных городов России, сформируются и приезжают сюда к нам в город Курск. Это просто, да, творческий подход, чтобы создать какой-то определенный сюжет, такой, чтобы был интересный. Ну и просто это пришло вот так вот в голову, так придумываются песни, стихи, любые номера, точно так же, «Потерянные во времени», вот так и родилось. Премьера театрализованного циркового представления с участием акробатов, каскадеров и дрессированных в том числе диких животных прошла с аншлагом, в чем немалая заслуга и руководство региона, оказавшего содействие. Нынешний проект стал еще более доступным для курских зрителей, потому что сейчас у нас цена билета начинается от 350 рублей. И это полностью мы отдали два сектора на 350 рублей. Мы сейчас работаем в тесном взаимодействии с администрацией Курской области. И благодаря Роману Владимировичу Старовойту мы сейчас имеем возможность снизить до такой степени цену на билет. Завязка действа такова. Артист Шапито месье Леблахиль и изобретатель Леонардо переносятся из викторианской эпохи на 100 лет вперед и оказываются в нашем цирке. Сюжет развивается в течение всего представления, что отражается в стилистике каждого номера и клоунских антре, в том числе с непосредственным участием публики. Так, номер эквилибристов Колобуховых «Шахматы» – один из наиболее ярких примеров циркового смешения эпох. Идея, как обычно, долго вынашивается режиссером, потом, когда находятся подходящие исполнители. Она реализовывается. Но над нашим номером работал не только режиссер, и композитор, и художники по костюму. Все так группа людей, которые с нами работают. Театрализованное будущее представлено высокотехнологичным номером «Шар смелости». Диаметр конструкции около 4 метров. Это самый маленький размер такого шара для гонок по вертикали в Европе, что весьма осложняет выполнение трюков мотоциклистами и каскадерами. Захватывающее состояние всегда, потому что никогда не знаешь, чем это закончится, выйдешь ли ты оттуда, потому что все-таки он настолько близко, и сегодня даже два раза меня задел, но настолько близко, что как бы ты ни была спокойна и уверена, все равно, конечно, момент такой есть. Мы стараемся добавлять новые вариации, новые трюки, чтобы было интересно. Стараемся все для нашего любимого зрителя. Отметим, что на момент представления в Курске был установлен очередной рекорд по количеству исполнения «Мертвой петли» на мотоцикле. Андрей Лукашов, Ольга Атанова и Валерий Перевозчиков. Специально для Курск ТВ.ру.